Любое хорошее блюдо получается при правильном подборе ингредиентов. Надо взять человека с хорошей идеей, человека, который ее реализует, и человека, который это продаст. И тогда получится качественный продукт. Я Арсений Грехов, и я директор по производству. У меня есть мечта, что однажды на золотых песчаных берегах Нила, в зеленых долинах Амазонки, на рисовых полях в Азии и во всем мире люди будут говорить на русском языке. Я Ульяна Швец, и я генеральный директор. Я полиглот, я знаю Kotlin, .NET, плюсы и многие другие. И с помощью них я смогу научить других людей русскому языку. Я Алексей Фефелов, и я технический директор. Деньги – не проблема, когда есть хороший товар. Маркетинг – мое второе имя. Я нахожу клиентов на раз-два. Я Анастасия Хоменко, и я директор по маркетингу. А прикинь, если бы мы снимали это видео в космосе? Ты мешаешь мне работать. Разработка завершена. Мы готовы к запуску. Поехали. Короче, собрались как-то немец, китаец и иранец изучать русский язык. И не поняли преподавателя, потому что не знали английский. А вот купили бы наш курс, уже говорили бы, как носители. Спичка – это проект в области инновационных методов преподавания иностранных языков. Мы разрабатываем курсы без использования языка-посредника. Это значит, что мы преподаем русский язык на русском языке. Что это? Сумка. Наши курсы доступны из любой точки земного шара. И не только. Потому что они онлайн. Курсы состоят из видеоуроков, грамматических заданий и карточек для запоминания новых слов. Так что этот курс доступен даже марсианам. Наш курс разработан таким образом, что результат достигается в 1,5-2 раза быстрее по сравнению с традиционными методами обучения. Вперед к новым вершинам, кожаные мешки. Языки – это легко, если вы учитесь с нами.